Я никогда не думал, что напишу этот трек про любовь. Я сначил в экране айфона. Я никогда не думал, что это все пройдет. Когда были чувства и любили оба. Теперь ты далеко от меня, я тупо скучаю дома. Смотрю телевизор и листаю фотоальбомы. Все изменилось как-то без тебя и стало холодно. Между нами огни и районы. А дальше скоро услышите. Пока будет припев. И поехали все вместе. Все так же светят по ночам фонари. Уносит мысли в вечность время вода. Остыло то, что согревало внутри. Больше я не твой, а ты не моя. Все так же светят по ночам фонари. Это мини-концерт из дома. Привет, Рауль. Спасибо огромное, спасибо. Очень приятно, правда. От всей души. Скоро, скоро ждите. Я специально это оставлю, отрывок, потому что многие там мне типа говорят, ой, там на студии ты там читаешь, там все делает. Вот, пожалуйста, живой звук прямо из дома. А для тех, кто сомневается или сомневался, может быть, когда-то. Скоро выйдет сольная песня, сможете все скачать, добавить свои плейлисты. Пока вышла песня с Кристиной Исаян, которая, благо, спасибо вам большое, ее слушают много в каких городах, добавляют в социальных сетях, ВКонтакте и так далее. Можно скачать, для тех, кто не слышал. Кристина Исаян называется «Я с тобой» в поиске на любой площадке. Так, эфир, выхожу из эфира, вот, и как бы оставлю запись. Всем хорошего настроения.